А Круберкант есть билды нормальные, просто в тюбе все БХ форсят. БХ, потому что топ-дамагер по боссу. Крубер Хантер юзлс. Единственное, что вот берут, это лук. Да, 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 с луком нормально еще. Ну и это типа эльф можно делать, как бы вместо Крубера. Типа смысл в Крубере Хантер и с луком. Она бесполезна, но очень быстрая. То есть ты не можешь побегать в инвизии. Урона никакого, там уже прибавки вообще ни хера. Ну его перенерфили, короче говоря. Да. Так что, есть смысл от одного гримуара без квика? Ну мне нужен квик. Ну вообще но может выпустить. Книжки это будет где-то, ну, солдатский. Не но... солдатский, нормально. Генеральский может выпустить. Мы как будем проходить. Кстати, тут же у нас штучка лежит. Ничего, это все лишние тренировки. Я понял. Я это все воспринимаю как Dark Souls. Каждая смерть это... Сейчас бы стрела вот сквозь моба пролетала. Короче, ребят, зачищаем всю мелочь нахер. Потому что потом при волне начать бежать отовсюду и... мешает. Не-не, не трогай их лучом, забей, я зачищу. Короче, визор. Он с той стороны. Фолик, фолик. Мак, возьми фолик по дороге. Че, заходим, волны нет. Берем и заходим. Угу. Берем, и волна начинается. Смотри. 3, 2, 1. Триггерит. Кто-то тэпается. Ох, 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 мне заехало с яда от этого. Прожег меня. Сзади, сзади. Зачем? Пошли, я смотри. Пытаюсь рядом с магом стоять. Вот еще это сделать дром. Ну, живем. Ты меня слава зачищаешь. Я, короче, буду первый идти, если не против. Если мне будет плохо, я просто на дату пойду. Стоп. Да я выйду. Раз. Ой, блядь, не того. Их там двое, их там двое. Два. Я мелких поубиваю пока с лука, которые убиваются в тело. Они на мне. Убивай четырех пока. Вот почему она не в него полетела? Я уже кину. Хорошо. Все. Потому и с глифой. Понятно, да? Все, все видно, наглядно видно, блин, по-моему. Че там есть силы, че? Погнали, че? Вон есть, да. Че, давай мы по правой солдатам, гном с магом по левой. Я потом заберу. Если будет возможность. Там 4 волны и все. Подумаешь. Справа на мапе. Плохо тебе. Так, здесь
Вау. Вау. Ты не поверишь. Нормально, есть патроны. Пулеметчик. Улитки. Я сниму улиток. Блять, не сниму. Я косой. Еще раз такой. Все, зачищаем. Сзади, 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 сзади. Косикнул я так, я двух элиток не попал, короче, по дороге. И у меня патроны закончились, прикинь. Я стреляю, 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 out of arrows. Что? Я слишком активно стрелял. Че, чекнем тут что-нибудь. Вот если с кубиками, тогда есть смысл, наверное, проходить с этими какого. Ассасин. На. Что там у меня? Ассасин впереди. Идем вперед. О, Макс засейвил. Я случайно лук вытащил. Вытащил лук, а переключился на глифу и опять вытащил лук с паники. Отходим, отходим. Назад, 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 назад. Ну это легит там вообще? Не легит уже, ну. Ой-ой-ой. Давай тогда справа, с правой стороны стану. Может лучше это будет дом делать, я не знаю, он же пониже как-то. Пробегает сквозь тебя, слышишь? В мили, ребят, мили. Забей. Не, нормально, гном низкий, это сидит. Это не крейсы, когда... Ой, сейчас горим сейчас. Так, это солдат вылез, бич. Я немножко лицом поторговал на временных КП. Сквозь него глифа проходит, это читер поганый. А он меня телепортацией треснул. А он телепортацию бьет, да? На этой он мне все белые жизни. Теперь надо до верхнего этажа желательно добежать. Не бери, Мак, я возьму. Да я не буду брать. Вообще лут должен солдат брать или гном. Я знаю, что я жизни почти нет. Тебе надо боссов развалить под ультой, под своей. Мы можем этот выбросить, здесь второй тогда. Второй сложнее просто брать, вот он за прикол. И дольше. Пока ты мучаешься, волна спавнится и ведет. Забирайте зелья скорости, чего вы не берете их? У меня балк начинает дойти. Зу! Ну и чё, вот в итоге, ты его триггернул и не убил. Взял меня, кинул, был сверху, пошел вниз за чем-то. Кого я не убил? Ты вышел передо мной со щитом, сел вот так вот. Я отворачиваюсь, тебя нет, и его по мне хит или барда идет. Надо было меня толкнуть. Бля. Так, где он там? Ой! Он бежит, взрывается! Ну чё, солдат пошел стрелять, я отошел, дал ему пострелять. Не стал никого убивать, блядь. Да просто флеймитишь, да, когда ты... Ты типа идешь, иди. Нафиг вот ты вот уходишь сразу. Куда сейчас я уходил? Ну на стрим пересмотри момент. Дай. А. Понял. Ты падал, да? Точно. Меня, Блейд Сторм. Блейд Сторм.
Ну, офигенно кто-то опять. На 5 мм. Угу. Телепорт на 5 мм. Что ж ты не подыхаешь? Так, сзади. Так, дай пройти. Пролезьте тут. Нет, пройти не иду. Я иногда выводил. Нет, не залетел. Сиена, why is my skin smart? Очень много. А, надо было дома сидеть там, в пульте. Дайте хилку дам. Гном, если садится с ультой, просто гном у нас без микрофона, это типа... Есть ульта, нет ульта? Если есть ульта, ульта, ну сидишь, все. Так, а зачем сзади? Солдату лучше. А лучше вообще не лечиться, наверное. А, вот я не потратил, все, дефаемся здесь. У меня также 25%. Дефаемся здесь. Мелочь-то убивать надо. Берси. Все, гном ультанул. Волна на лестнице. Все, я уже здесь. А у нас тут... Куда тут? Они сквозь тебя проходят. Я не понимаю, почему они поставили. Назад! Блэд, я не могу пробить там. Вся говно это. А, их закрутило там. Все, отходи. Солдат, килься. Меня... Где я? Щиты дурацкие перед ними шли, и щиты заблочили весь урон под берсам, короче, который должен был идти. Не долетит, погоди. Сейчас. Сиена, выхни бы и коушу свой, я тебе отдам эту ситуацию. Лечь меня. Спасибо. А у меня это, у меня стоит на тройное на тройные зелья. Короче, все зелья, но минус 50% к использованию. Да. То есть скорость, сила там, концентрация. Да куда он стоит? Двое. Главное здесь волна.
Так, он, по-моему, на меня смотрел. Бля, не убил его. Ну что такое? Не убил! Прикинь, дал ему в голову, и он не сдох. Возьмите бомбу. Пулеметчик, огнемет. Я уже отвернулся, такой типа MLG, дал с натягов чисто в хедшот, там еще звук такой был, звоночек типа, да? И этот жиробас не сдох. Как вот, так? Уходим. Сзади будет волна. Надо очистить по мере. Я бомбу кину. Заходим в двери. Пойдем. Наверное, сзади брать не вижу, пока. Так. Там огнемячик, что ли? А, вон они. Залетает мне, интересно. Он мне залетает. А вот сейчас залетает. Визард. Не вижу визарда. Он вообще, по-моему, сквозь стену идет. Честно. Нет! Чё, визард, помечайте, что визард. Так он за стеной вообще был там, в замке. Я подниму. У тебя ульта есть, у тебя же ульта есть. И что, я проеду дальше, чем нужно? Ты хотя бы раскидаешь, чтобы они меня не убили. Типа того. Еще раз. А, он через это, через доски. Он через стены, блин, там ждет все. Да, полечу. Много эльфов, которые обычной херней страдают, вот я о чем. Типа эльф. А вот хилл есть, давай захилю. Стало, бери. Сейчас, патроны. Идем. Я возьму. Идем. Тут и патроны, и все, короче. Еще один. Должен догореть, да-да-да. Заходим. Криты с лука часто у меня, кстати. Мне не нравится, что у нас босса не было. Так, зачистим. Подальше. Я не хочу летать. Ну, волну, наверное. Уходим, да? Я сейчас позгод. И смотри, где спину. Спине волны нет. Они спереди. Лич. И волна. Что такое? Сейчас командира убью. Не прожгла. Бля, лучевой нормально, конечно, но, по-моему, со спешлами у тебя проблемы, потому что я один их убиваю. Да. Меня ульта стягивает. Дай управлять дом. Но она ой. Как-то для вот этого босса, и для босса подходит. Все, выходим. Так-то удобно, просто для спешлов кто-то еще должен. Да, я просто не успеваю один. Типа, у меня я часто... Так в палке встать не могу. Ну да. Но все равно у тебя по ним просто... Я сниму этих. Я играю на броне, не пробивай этот палку. Все в лице. Класс. Вон он! Бабки час. Патруль. Наверху, на горе. Сзади нас. Вон, поверьте, патруль. Я не знаю, как он будет идти. Я не знаю, как пойдут сюда. Бля. Забиться надо букву.
Может вперед пройти? Назад нельзя. Вперед патруль. Так, волна. Волна оттуда идет. Они когда сюда? Убиваем патруль, убиваем патруль. Я гранат кину. Дай. Я гранат кину. Я не убил его, все. Так, да, мы этого посадили нахуй. Ой, бля, глободир, глободир, патруль, волна, и утащили сразу на пакмастера кого-то. Надо было раньше убивать патруль, пока он далеко был. Да, это печально. Ну это жестко. Короче, нет, такую ситуацию надо было сразу патруль. Там щитов до хера было. Самый геморрой — это щиты. Надо было сразу их по ним дамажить, наверное. Пока они были далеко, мы бы развалили всех обычных, и со щитками было бы меньше проблем. Глободир, пулеметчик, патруль и волна. Че, босса не было, он пришел из я там. Не, босса не было. 11 тысяч дэмэджа, норм же. Пипец тут, конечно, работа до хера. Идешь такой на эльфе, типа, там просто везде элитки стоят, на каждый через метр, и ты такой. Ну, если в голову попадать, убиваешь, конечно, но в основном их до хера. А ты с этим боссом только играешь, с лучевым, да? Ну, он болтовой, я как бы. Ну я могу пострелять, но могу и по вам попасть. Ну. Ходи впереди тогда со мной все. Зачем ты это танки? Че? Просто я очень плохо. Там нагревается, ну я как бы не особо удобно с ним играть. А че тебя забил? Ты же, по идее, остываешь за счет ульты, не? Ну да, но ульта как бы все равно не особо быстро нагревается, пока она это. Она вот как бы стреляет. Она быстро так убивается. То есть мне все равно на мели надо переходить когда. Ну, с гримом, конечно, типа его на... тут напалм пишет то, что надо с этим посохом надо нагревать и бахать, потом охлаждаться за счет доп здоровья, перк на хил от крита и бонус на крит шанс. Короче, как-то так. Ну я могу поставить типа от критов, чтобы я хилился. Охлаждаться за счет здоровья, ну, времени. Да, белых жизней. Я так вот и играл, когда с ним, когда это был второй прыг, я своей белой жизни его отбываю. Остужаю. Просто здесь один удар, меня ударили, и все, я улетаю. Полжизни, да. Ну, я так и играл, когда с ним был второй. Хотел, блин, синглы постримить, и тут легенда затянула. Но сыграться надо, и нормально будет. Но здесь как для этой палки не обязательно гримуар. Не, я бы частица беру перк с гримуаром, но я бы брал бы всегда. Как для той лучевой балки там, она вообще не нагревается. Нет. Так она нагревается, а у меня уже ульта как бы минуту была. Сейчас бы выжить, да, после выстрела в голову вот это вот. Как бы у меня уже половина. О, я нашел, я возьму. Отлично. Решил заглянуть в него. Не зря, не зря. Сейчас две хилки прям с самого начала. Не к добру. Так,
Смотри, когда ульта прибежал. Правда, мне еще не нравится, не привычно с этой болтовой. Я постоянно боюсь кого-нибудь задеть. Бля, много мелочи с щитами, надо скрывать их. Ты... Вот эти чуваки со щитами в волне тогда чуть не заруинили нам. Только дальше не идите. Так, вот же вверх. Хорош. Хорош, вот это чётко. На мост, все сюда. Ой. Визард. Да я не вижу визарда. А он, ну, там сдалека глянул. Сходи, сходи, сходи. Он нам как раз всю волну и зачистил, по-моему, визард. Не зачистил, но... Пойдем заберем поле, к чему мы тупим? Кайс. Возьми просто кто-нибудь, кого слот есть. Пойдем, пойдем, пойдем. О, хорош. О, осталось. Как отлично. А! Не было ж никого. Что за бред? Ну, хватай хилыч с собой, пойдем. Пойдем, 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 потом пожрете там. Там пацаны гуляют, ребят. Блять, пол хп в спину, сука, маленький моб. Я взял. Да, отдам. That potion may serve if you can stomach it.
Я выпил лучше, не хочу падать. У меня совсем мало хп. При волне попадать. Я помню, когда от меня были, как работали, сейчас нет. В принципе, крипов не добил. Ну как бы у меня, по-моему, ничего не работает, никаких крипы вообще не летят. Хотя я помню, на этом были мы крипы. Фух, пойдем. Ну как бы я сейчас калеклю. Хант Шатдаун будет в стриме в будущем? Нет. Мертворожденная игра. Да, Crytek, потому что Crytek. Не, я помню, я играл 40 FPS на 1070 и последних i7-х это в провал и, просто. И криты выбивались, а сейчас криты вообще не выбиваются. Бля, по привычке начинаю... Надо обратно поменять на убийство. Я в мели что-то... Ты за криты делаешь? Ну да. Нет, вот он не то имел в виду, наверное. Все, у меня как бы... Я помню, у меня выбивались, да, сейчас они вообще не выбивались. Как, может, ты перезайдёшь? Не надо сейчас. Он будет пока заходить. Пойдем. Тихонечку сейчас. В данный момент я инвалид. Затриггерим волну, если что, обратно иди. Хотя здесь вроде бы перк на то, что криты должны увеличивать. Их вообще нет. То есть нужно еще какие-то дополнительные амулеты всякие. Если вы затриггерили, то вот здесь будет. Прихожу до моего места. Приходи ко мне. Ага. Зажгли. А можно пройти? Пройди, да можно, убей огнеметчика. Потом сходи. Смотри где. Эльф, живи. Я понял. Только спину смотрите, спину. Да я спину как раз и стреляю. У меня пока нет, что я подожду. Стреляет. Какой стреляет? Ты же гонишь? Бейте. Там щитов половина. Сзади. Сори, могу голову дал. Ты бы знал, как я успел во время замеса заметить горящую бочку, просто схватил и выкинул ее туда. Хилыч ламберфут. Да как так? Стреляю между гномом и между солдатом. Стрела летит над гномом, попадает в плечо солдата. А может нахер его? Пойдем. Майн, готовы? Давай. Я сейчас не просто инвалид, сейчас не инвалид. Я потому что остыть даже не могу. Ой, бомба. Хилыч возьму. Зажигайте бомбу сейчас.
Я говорю, без грима я не просто инвалид, я мега инвалид с этой болтовой палкой. А чего мы грим не взяли? Потому что мы забили на него. Вообще? Да. Пока да. Ну типа у нас... Тебе нужен грим или нет? Не без разницы. Бомбочка со скином. What? Он через дырку что ли вылез? Там же не было ничего. А, он упал сверху, я понял. Я первый раз вижу бомбу, что со скином. Ну правда, для болтовой палки мне нужны еще там всякие вещи специальные. Для лучевания особо ничего не нужно. Пистоль сюда оставляю лучше. Да у меня там еще дофига патронов. Take your time killing it, why don't you? Found another bolt. Надо в здание зайти до волны. Ну вот, я его бил, бил. Второй кубик. Мы надо грим следующий брать, ребят. Тэфим волну, убиваем всю мелочь. Сосим, да, здесь он. Куда он такой, что ли? Аптека. Аптека. Оставьте пока. А, или погоди, или это не та башня. Все. Здесь, это, за стеной визард. Депнулся. Сзади, жрут. Хорошо. Ой, Мак, не спай так сильно. Возьмись потом на этот. Пей концентрацию или что там? Лестница. По лестнице, пожалуйста. Во, нормально. Ой, гриты. Блин, А ты зеленый хп грегенишь или белые? Сзади, мак. Да. Короче, у меня на палке стоит то, что она остывает от критов. Палка остывает, но жизни я не вижу. Это не та башня, лол. А мы не взяли полик, слышите? Да. Ой, пошел он! Ну куда она полетела? Их берите. Гном, возьми тогда. Ну то есть я не понял, как навык работает. Я сошел вообще. Да. Еще один, гайс. Да поменяйте. Да хватит! Не стукай. Все. Ну то есть вот палка моя стукает от критов, а жизни у меня не появляется. Это что такое вообще? Как это так работает, а? Я заметил, целюсь в голову, полечу вверх. Ассасин. А раннер draws near. Ой. Если зажать кнопку ульты, то маг может целиться в кого кинуть. Ну вот он целился. Кидал, и она просто облетала и куда-то летела. Ну красным подсвечивается, цель перед. Ну да, подсвечивается красным. Он просто такой, дай-ка я вниз улечу, а не к нему. Как же уйти спать не могу, когда Виталий ДБД играет, хотя я не люблю эту игру. Там впереди где-то глубодир прямо за стеной должен быть.
Куда помогай? По элиткам отработаю. По элиткам. Да, нет, они проходят. Ничего не проходит. Так, ничего не проходит, нормально все. Сзади пока не было. Так, пришло время остыть. Настал твой, Валер, настал твое время. Ух! Ха, гол. Ассасин, ассасин. Пулеметчик. Гайз, вы чё? Как он мне фул хп снял? Это кто был? Мак, ты не ультил меня случайно? Возможно, ульта даже. Рел тебе. Ты мне фул хп снес просто сейчас. Его достаточно было просто поверх пальнуть, типа, зацелься сверху. Хилка вон. А, иди. А, это не хилка, А, окей, так гном. Потащи пока. Потащи. На босса пригодится. Так в этом. Да. Босс. Отходим его на... И это хаос, да? Нет. Куда он прыгал? Ну, иди сюда. Ой-ой-ой-ой. Тики. Твоя мать, ассасины какие-то. Бочка. Ой, я только что накритовал. Вот бомбу. Да куда? Да. Есть. Нет. Или есть. Или нет. Определись, ты падаешь. Чего? Меня что-то бьет сейчас постоянно. Задело тебя. Он так делал. Отойди, солод. Бомбу кидаю. Я клич бегать. Я стащил. Гайс. Да ёб твою мать, мог. Маленькие крысы меня. Стоп, у меня только что. У меня белые жизни начали появляться. Все, накритовал. Хорош. Так, где пойти? Он сзади бежит. Бля, я белый. Сзади. Да. Дал. Пень, это лук, короче, доставать. На масс. Давай я тебя за... Хотя... Из овертак слишком толстый на этой сложности. О, отлично. Я тоже белый, мне тоже. Это карма, это карма. Она еще осталась. Могу солдат почистить. Давай, солдаты. Right, yeah, осталось. Все, он прязу проюзал. И у тебя еще остался, да? Ну да. А, еще две аптеки. Да, прыгайте так. Возьму. Так, грим солдат бери тогда. Погоди. Мы сначала договорились убить всех элиток. Хорошо. У меня здесь уже две есть. Да, лишь, давай тебя захили, а потом пойдем. Все, бери. А, нет, погоди. Я понял. Сейчас. Все. Вот теперь бери. А, сейчас бы главное запрыгнуть. Так, ассасин где-то. У меня они оба. И я не допрыгнул. Запрыгивай ты, Виталик.
Я не буду, ты чё? Я чуть-чуть отвлекусь, и вы поляжете без меня, мне кажется. Гном? Или гном, да, пофиг. Только меня где... Я не знаю, смогу ли я нормально запрыгнуть. У меня вся будет прыгать поворот. Там, да, прыгни. Да я к нему прыгаю. Хочешь ульту дашь за людей? Так, отсоси. Все, гном идет, гном взял. Пусть гном возвращается быстрее. Твою ж мать, я увидел, как спавнится орда. С моей стороны. С моей стороны много. Иди сюда. Ну, не двигайся, не двигайся. Мели, мели, работайте. Толкайте, толкайте потихонечку. Гном, толкай. Все. Ну, здесь с этой стороны толпа идет. Но я не могу сказать, что они справляются. Чё? Ну так понял, Стас. Томас. Отсоси. Бам! Все, давайте очень быстро пройдем эту часть. И вот там вот иначе. Бля, глобадир надо снять. Хорош, хорош. Не, глобадир еще. Гайс, мне хелпа нужна. Крис посталкивал просто в обрыв. Вон ассасин. Хорош. Вон там, вот тут еще. Его продали девочка. Тогда? Так. Или что, солдата тогда? Это сосед. Не видел газ. Там еще кто-то. Всех снял, всех снял, всех снял, всех. Пошли, пошли, пошли. Сейчас так кончится это дерьмо. Я фолик возьму тогда сразу. Ну вот, по крайней мере, я вставать начал. Быстро. Ассасин. Да, и значит. Два пулеметчика. За мной, за мной. Сюда? Ты чё? Куда ты хотел залезть? Не, я никуда не залезть не хотел, я просто говорю. Кирфак, бегу. Два пулеметчика. Нахер, нахер. Пусть стреляет, они по своим стреляют, пускай. Помогай, как его? Подспавливай чуть-чуть его щитами. Ну, я тогда вот сюда. Подспавливай щитами чуть-чуть. So many пускай, 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 пускай. Сзади! Там кровосит наверняка должен стоять. А, он все стоит. Лечитесь все, лечитесь, лечитесь. Может потом после него. Я ну, да ну танки точно лечитесь. Так, нормально. Меня заюзалось. Я могу сейчас просто одна пытаться зайти. Не сдох, прикинь. Давал ему булавить вообще. Так, а что такое? Вот он. Хорош, хорош. Да на меня, сука, сакся. Ну вот почему? Хорош. Все? Я попью. Так, все, полик несу тогда. Все, пойдем. Гном, пей. Я пойдем. Могу закинуть, если надо. Не взять. Да не надо. Ну что, она может она даже не съесть. А, вот сейчас. Все.
Чилка у меня осталась. Что, может, там сзади, что с нами, или вообще слева? Я вам предлагаю попробовать это место. Какое? Слева? А, здесь, под этой фигней? А Глободир, если чё, как мы тебе будем выпрыгивать? Ты увидишь, Глободир будет только напротив тебя. Он не достреливает. Ну давай. Просто в угол встаньте, магичка вот сюда, например. А я где? Ну, просто вот так вот, да, здесь стреляйте. Они по лестнице не будут сюда заходить, они будут через верх идти, только через этот проход. Да, попробуем. То есть, через эту решетку. То есть, вот, тут очень маленький угол. О, начал петь. Мне и так нравится, как он поет. Ты же заблокировали. Да ладно, я понял, как работают кресла. Ой, здесь балки. Это совсем другие. Тут, по-моему, она от хэдшота посылает, а там написано от критов. Лич, лич. Заводи. Сейчас взорвется. Бежи взрываться. Там лич. Все равно как же. Так нормально, но если лучевой я тебе на самом деле уверен. Просто обычно здесь стоит вот в этом проходе один танк, вот, а, например, ну, бля, ну что ты делаешь, ты чё? Она в ногах задел. Ты чё? Ты там очень классно ещё делаешь. Подниматься. Да блин, у меня хитбокс огромный просто. Твоя нога за 3 дециметра от моей палки. Ой. Ну блин. Хитбокс ноги просто гигантский, он затихает. У меня просто стрелы берегу, у меня 20. Так, берсерк. Берси, берси, берси. Да. Все, я по крысам не стреляю. Макс, стреляй ты, у меня потому что мало стрел. Культы нет пока еще. Ассасины были. Есть еще. Минус. Да, хорошее место, слушай. Есть только эльф должен быть такой, чтобы, знаешь, прям выцеливал жестко. Да, тут без разницы. Это видно, вот-вот где ты стоишь, что ты гном огнеметом хорошо. Все. Найди мне тоже пару фрагов, это вообще-то стадо говно. Взял пару фрагов? Пошли теперь. Вот сравни вот это место и вот там вот, где мы на коробках стояли. Понимаешь, почему я машину? О, я попал. Давай, запрыгивай. Амаз. Ну, у него вот две палки болтовые и лучевые. Нормальный самый. По ощущениям. Вон тут два вот дайса был.
Да, должен быть генеральский. Ну, не должен быть, но... У нас, видишь, бонуса не было. Ну, я вижу, вот солдат. Так, он мне дал целый процент. Спасибо. Генеральский. Нет, генеральский миллиметр не сосило. Я всегда знал, что Рейнер наш человек. Да, хранилище солдата, да. Скотина. Number one. Как бы вот, да, по боссу я начинаю тогда меньше бить его. Ой, сейчас бы убить 63 элитки за катку просто. 6 еще. Убил 3. Нанесено урона там 2 кана. Вон я мусора больше всего, наверное, убил. Ух. Открывает. Открывает.